Всем доброго времени суток, это Gadget X. Флагман ВК World S8 выделяется на фоне конкурентов несколькими особенностями. Его безрамочным 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 4-го поколения можно колоть орехи, а внутри тонкого корпуса поместился аккумулятор емкостью 5500 мАч. С поддержкой быстрой зарядки. Также он оснащен двойной 16-мегапиксельной камерой с сенсорами Sony. Ко всему прочему, ВК World S8 имеет сканер лица, благодаря чему смартфон умеет узнавать владельца. По заверениям производителя, ВК World S8 узнает владельца в лицо всего за 0,2 секунды. Достаточно просто нажать на кнопку включения, после чего смартфон выполнит сканирование вашей физиономии, которое сопровождается необычной анимацией. Технические характеристики ВК World S8 такие: 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей, 18:9 соотношение сторон, перекрытый закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 4, 8-ядерный процессор MediaTek MT6750T, работающий на контактовой частоте 1,5 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ, двойная основная камера с сенсорами на 16,5 МП, 13-мегапиксельная фронтальная камера, аккумулятор емкостью на 5500 мА. Час. Поддержка быстрой зарядки, Pump Express Dynamic. У нас, значит, здесь какой-то особенный стоит, вот, но не уточняется какой. Ось Android 7.0 Nougat, разъем USB Type-C, поддержка двух SIM-карт, сканер отпечатка пальцев плюс сканер физиономии.